В Краснодаре во дворце спорта «Олимп» собрались больше 1500 человек. Там прошло 11-е собрание Совета молодых депутатов. Губернатор попросил их не бояться отстаивать свою позицию перед старшими коллегами. Есть определенная привычка у руководителей на местах ждать определенных указаний сверху. Это неверный подход. Я почему вам это говорю? Потому что вы и сегодняшняя власть, и завтрашняя, не решая проблему вовремя, она намного дороже обходится потом. Если вы хотите дальше создать себя реальными в служении народу, то не надо бояться народа. Надо с ним общаться, надо быть среди народа. Сам по себе депутатский мандат – это всего лишь удостоверение. А вот доверие людей, ваши реальные дела, вот только они придают ему силу, этому депутатскому мандату. В своей речи перед молодыми депутатами губернатор рассказал и об основных направлениях, в которых должна развиваться Кубань. Мы должны сделать перезагрузку понимания сельской экономики. Если молодежь, если они не найдут себя на селе, пойдет потоки в города. Но это не выход. Завтра есть будет просто нечего. Задача в первую очередь власти, и мы над этим работаем. Так, чтобы появились альтернатива агрохолдингам, массовость с точки зрения фермерства, личных подсобных хозяйств. Сбыт очень важен для них. Раз они производят, то, понятно, интегрироваться в сети торговые очень сложно. Поэтому здесь вот то, что мы пытаемся делать, продовольственные пищевые элеваторы, где будет производиться по принципу советской потребкооперации закупка у тех, кто не может выйти на рынок. За 11 лет число молодых парламентариев в Краснодарском крае выросло с 50 до 1700 человек. По сути, это кадровый резерв законодательного собрания края и районных советов депутатов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.